День добрый, добро пожаловать, с вами я, Хаг, и вы смотрите YouTube-канал Let's Play по-русски. И в этом видео мы начнем играть в игрушку Planet Explorers. Конечно же, это, как видите, альфа-версия, так что, пожалуйста, ожидайте баги, ожидайте перезагрузки, ожидайте, скорее всего, крэши. Но, в общем-то, это очень играбельно, очень интересно, и мы попытаемся пройти то, что сейчас есть от сюжета. То есть, посмотрим, побегаем туда-сюда, посмотрим, что здесь есть. И давайте сделаем синглплеер, story. Игра на английском, так что я буду переводить текст и диалоги и то, что происходит в сюжете. Я, как всегда, сделаю себе девушку, потому что ими приятнее играть. Как-то мало пока что выбора. Давайте возьмем стандарт. Цвет. Это цвет чего? Это цвет глаз? Господи, боже мой, сатана наш поводырь. Давайте сделаем так. Хорошо, волосы пучком. Ну, это как-то не очень практично. Давайте такие волосы сделаем. Волосы как вот... Опять же, хотя, давайте сделаем из нее рыжульку. Вот такую. Хорошо, давайте возьмем все остальное. Больше здесь ничего нету. Давайте ее назовем. Хорошо, окей. И пойдем. И как бы здесь есть вступление. Я тогда помолчу, и мы посмотрим, что здесь происходит. Let us make Barian into a shining beacon of the human civilization. Many rivers we had to cross, but we finally found our way. Separation complete. We are going for atmospheric entry burn in 3, 2, 1. Mark! Object approaching. Emergency evasion. Too fast! Extensive port side damage. Get out of here! All quarters! Evacuate the ship! All quarters! Going down! Ну, во как. Так, давайте теперь я обратно потише сделаю. И вот оно как. То есть мы высаживались на планете, которая мы думали, что пустая. Я не знаю, как они там осматривали эту планету. Но каким-то веселым гаком они осматривали эту планету и не нашли огромный инопланетный корабль. Что поделать? И такое тоже бывает. Так, хорошо. Давайте тогда встанем. И мы встаем, и я сейчас не буду читать, просто я вам скажу, что, а то есть у этой девушки сломана нога или что-то, ей плохо, мы должны помочь, и мы должны помочь. Так, сначала мы найдем, так, конечно же, это небольшой туториал, но нам нужно сначала найти emergency kit, а то есть он спрятан очень хитро вот здесь вот спрятан. Вон он. Это, по-моему, самое первое задание, самое... Его тяжелее всего сделать, потому что... Ну, не говорят нам, ну, говорят вокруг корабля. Он еще был раньше закопан, то есть они, видите, теперь его вроде бы выставили из земли. Раньше было, нужно было его выкапывать. Это вообще было немножко... Да, совсем плохо. Так, хорошо, давайте тогда возьмем... Что у нас? У нас есть, конечно же, ножик. Очень полезная вещь в самом начале. Потом у нас есть деревянная лопата. Это, конечно же, не сами вещи. Это то, из чего мы можем сделать. Так, давайте бандажи поставим сюда. Напиток также мы можем сделать. И все. Ножик у нас сейчас будет универсальный, хотя и плохой, но универсальная вещь, которая у нас и для боя, и для, например, сбора деревьев. Так, сбора дерева. Давайте подойдем. Так, нам нужно... Ага, мы нашли все. Нам нужно сейчас найти Herbal Juice. И насчет управления я, по идее, в обзоре упомянул, но F2. F2 это чтобы освобождать мышку. Так, давайте пойдем посмотрим. Herbal Juice это чтобы полечить ее. А то есть нам тюльпан нужен, лотус и Shadeweed. А то есть это, господи, теневая трава. Shade это, по идее, тень. Так, я бы с удовольствием собрал вот это. Это лотос, это тюльпан, а Shadeweed, вон она, фиолетовая растет. Так что, конечно же, в самом начале будет все просто. Так, давайте соберем, окей,
И пойдем сделаем. Так, давайте сейчас это все замешаем в бутыльке. Так, одну, пожалуйста. Ну, у меня на больше, по-моему, нету. Хотя нет, у меня больше на больше есть. И вернем сюда. Окей, мы тебе можем дать это. Все, отлично, она выживет. И теперь ей нужно достать воды. Вода у нас, по идее, где у нас? Вот, нам дали. Хорошо, кружку. И воду, скорее всего, будут добавлять. По-моему, это больше для фермы нужно, которую у нас вот как раз в этом патче добавили возможность выращивать растения, семена и всякое такое, удобрение. Но пока что вода для жизни не нужна. То есть вот сейчас вот мы один раз соберем воду, и на этом все закончится. И почему-то у меня такое впечатление, что это океан. То есть... Так что... Ну... До пресной воды бежать не будем, пускай пьет. Так, соленую. Хорошо, левой кнопкой. Все, набираем две, целые две воды набираем. На одну больше, чем нужно. И давайте тогда пойдем отнесем. Давайте возьмем ножик в руки. Ну, потому что с ножиком безопаснее. И да, скажу вам честно, здесь намного безопаснее теперь. Раньше тут повсюду бегали твари, и они были страшные, и голодные, и как бы смерть наступала очень быстро. Но теперь это можно расслабиться во время туториала. Так, хорошо. По идее, ну, огромный корабль приземлился, и я бы на месте животных тоже бы отсюда убежал. То есть это вполне логично, то что они убежали, и все, и это странно и неприятно. Так, хорошо, да, и перед тем, как я ей дам воды, это важно. Просто она может нам сказать, иди, выполняй задание. Я не знаю, сейчас это профиксили или нет, но вот эти дополнительные задания нам будут доступны только очень-очень, ну, где-то через час, потому что на ее нужно будет отнести и полечить, потом еще выполнить задание. Давайте сначала выполним ее дополнительное задание, потом ей дадим воды, так что будем ее немножко мучить. Итак, нам нужно сделать, а то есть она нас сейчас научит делать факел, и нам нужен кусок жира от животного и кусок дерева. Дерево у нас повсюду, оно от нас никуда не убежит, а вот кусок жира, скажу вам честно, это тяжело, при том, что, по-моему, чаще кусок жира вываливается из плотоядных, а то есть агрессивных животных, которые, по-моему, мы можем найти где-то вот здесь вот. Ну ничего, давайте пойдем посмотрим. Попробуем найти, посмотреть, что где здесь водится. Потому что как-то... Ну, да, хорошо, они обезопасили зону посадки. Но теперь... Вон, хорошо, первое. Но это травоядный, я его знаю, я его помню. Это, по-моему, самое стандартное животное, на которых можно охотиться. Они самое-самое травоядное. Сейчас немножко трудно, потому что у нас слабенькое оружие. И когда он начнет убегать, нам придется за ним бежать. И это не всегда очень легко. Конечно же, когда у нас будет лук, это будет намного проще. Или даже пистолет, или даже плазменный бластер. Но пока что мы бегаем с ножиком, хотя он и синий светится. Так-то. О, хорошо, кусок жира. И, как видите, с этих травоядных животных выпадает, конечно же, мясо. Это наша валюта, но немного, так что их... Я их вообще не трогаю. И скажу вам честно, по идее, здесь выгоднее всего добывать минералы. А то есть, конечно же, охотиться, но охота — это как бы побочное занятие. То есть, мясо для охоты или охота для того, чтобы добыть мясо, это не очень выгодно. Выгоднее найти просто жилу металла, например, и накопать там металла, и в 10 раз быстрее наберешь денег, чем будешь охотиться, и притом это опасно, и это ресурсы тратятся, особенно если хочется быстро поохотиться, и, например, пули тратишь. Так что, ну, да. Это немножко опасно. Так, хорошо, мы собрали дерево. Опять же, правой кнопкой я буду говорить управление, потому что здесь не всегда понятно и не всегда все очень интуитивно. Потому что, опять же, альфа. Хорошо, давайте пойдем. Она все еще хочет выпить, но нет. Пока мы у нее не выполним все дополнительные задания, мы от нее не отстанем. Хорошо, давайте тогда пойдем.
Так, хочешь пить? Ну, давай следующее дополнительное задание. Хорошо, то есть мы теперь научились делать факел. Так, что у нас теперь? Да, campfire. Хорошо, а то есть нам нужно 5 жира животных и 10 дерева. Что это, по-моему, для того, чтобы варить, жарить, парить. Давайте посмотрим сейчас на... Так, в инвентаре. У нас здесь вот как делать факел мы научились. Хорошо. Так, давайте тогда пойдем на полянку, на которой были животные. Пойдем с ними разберемся. И как раз я у нее в магазине не посмотрел. Она продает вещи некоторые. Может быть, она уже может лук продать. Хотя как раз вот обезьянки. Я на вас абсолютно не охочусь. Жестокая обезьянка. То есть тот динозаврик, он ничто по сравнению с тобой. Но может быть, из нее вывалится что-нибудь большое. Хотя... Что-то она просто не выглядит на... А, они друг другу еще помогают. Будьте прокляты. Ничего. Куда? Куда побежала? Куда? Стой. Стой на месте, проклятая. Так, давайте полечимся. На. Так, давайте посмотрим. Это я зря на нее нападал. Так, один жир, 13 мяса. Да, по-моему, я зря с ними связался. Давайте попытаемся отбежать от них. Так, хорошо. И видите, я на быстрый доступ положил себе бандажи, потому что это важно. Это очень-очень важно. Так, обезьянки, вы все еще на меня обижаетесь? Одна, по крайней мере, все еще на меня обижается. О, плотоядная, привет. Привет. Так, давайте полечимся еще, потому что это большое плотоядное. А у нас маленький ножик, и как бы мы можем выжить, но это... Стой, проклятая тварь. Так, хорошо, по крайней мере, у нас будет время полечиться. И это плотоядное, оно шустрое. И мы за ним увяжемся, потому что из него выпадает много мяса, много жира. Оно толстое и вкусное, и хорошее. Так, ну, оно явно быстрее нас, явно быстрее нас. Так, стой. Видите, она такая, стенка? Что? Нет, все. А, стой! Ах! Милиция, стой! Стоять на месте, стрелять буду. Мне нечем пока что, но ничего. Так, давай, 2 жира, 30 мяса и еще фрукты. Из карманов, по карманам там, пошуровали и украли у бедного плотоядного еще фрукты. Так, по-моему, обезьяна на меня все еще обижается. Хотя нет, хорошо. Но кто-то в меня бросается. Твою налево, обезьяна. Ну вот, тебе умереть хочется, да? То есть ты такая. Ну хорошо. Хотя, по-моему, у меня сейчас мало напитков. Ну, вот этих бандажей. Так что сейчас мы еще посмотрим, кто умрет. Кто кого здесь. Так, их... их тут много. Я думал, это всего лишь одна обезьяна за мной вязалась. Не обезьяны. Я скажу вам честно. Так, давайте я пока буду бежать. Я могу herbal juice максимально. Еще один себе herbal juice сделаю из того, что я насобирал. Так, давайте глотнем его. Так, он медленно восстанавливает здоровье. Хорошо. И как раз вот эти вот растения советую вам собирать. Они более или менее редкие. И потом будет задание их найти, и придется бегать. Так что пока вы их находите, стоит это делать. Как раз мы тут наткнулись на очень-очень хорошую полянку, полную животных. Давайте этим воспользуемся. Стой, проклятый! Стой! Куда? Куда-то побежал по горам, поскакал. Да, охотник из меня... Ну, у меня один только синий ножик. Я пока что вообще ничего не могу делать. Лук, как только лук появляется, эта игра становится намного легче. Конечно же, когда бластер появляется, игра становится еще легче. Но до этого момента еще нужно дожить. Так что лук очень классная, очень универсальная вещь, которую можно легко добывать. О, отлично. Жир. Давайте пойдем поохотимся на деревья теперь. И можно уже пойти сдавать задание. Ну, то есть бластеры, например, автомат или пистолет, это, конечно же, мило. Но они все требуют заряда батареи или пуль, что дорого и тяжело добывать. А лук
срубил себе большое дерево, сделал себе 800 стрел, и стреляй не хочу. При том, что стрелы все одинаковые, а урон от лука зависит от качества лука. Так что как можно быстрее можно себе купить или сделать, например, большой лук. Так, давайте срубим дерево. Медленно, очень-очень медленно. Я пока глотну чайку, пока это все происходит. Угу. Так, конечно же, можно было бы себе сейчас сделать деревянный топор. Но... Я... По-моему, мы можем себе сейчас пойти у нее в магазине, можно купить уже вещи. Так что я предпочитаю здесь меньше крафтить. По-моему, выгоднее. Ну или просто мне больше нравится. Мне больше нравится охотиться, собирать материалы, минералы, потом их выменивать на мясо, а мясо уже тратить на, например, экипировку и всякое такое. Конечно же, выгоднее намного, например, покупать себе рецепты и делать самому. Но это как-то так... Даже не знаю. Если у продавца есть, то почему бы не купить сразу же? Так, 27 дерева, 20 резины, отлично. Как раз резина нам понадобится попозже, совсем попозже, когда мы будем делать машины, вертолеты, самолеты, всякое такое. Эта резина нам понадобится. И нужно запомнить, из чего она вывалилась. А то есть снизу-то... Это что-то вроде куста, но снизу как бы дерево. Вот оттуда оно вывалилось. Так, хорошо. Давайте тогда. Ага, привет. Так, хочешь пить? Все еще? Так, давайте в магазин к ней зайдем, а то я сейчас мучаюсь. Меч. Стоит ли покупать меч? То есть, видите, она нам дала возможность сделать костер. Да, давайте сделаем. Давайте себе купим меч. Давайте купим себе щит. Давайте купим себе топор. Кирка нам пока что не нужна, не будем тратить на нее деньги. Так, хорошо. Давайте сделаем так. Уже вместо ножика. Раз, два. А топор на три. Хорошо. Ну что, а какое дополнительное задание? Так, Так, что это такое? О, господи, а это как делать сосиски? А то есть мы можем... Так, нам нужен один факел, хорошо. Давайте сделаем факел. И он у нас, по-моему, один. Да, на один у нас хватает. И жира хватает на все, отлично. Как раз один лишний жир у нас был. А, отлично, мне... Я потратил свой один жир на факел, и теперь одного жира для задания у меня не стало. Идеальная ситуация. Но ничего, у нас теперь есть меч, у нас есть маленький щит, которым мы можем, по-моему, на Ctrl нажимать, защищаться. Ну ничего, это пока что очень так слабенько выглядит. Попозже мечи и щиты будут выглядеть очень классно. Но сейчас мы просто бежим и идем туда, где у нас, где мы помним, водятся травоядненькие. Мы с ними быстренько разберемся. Так, хорошо. Ну, забирайся. Не стесняйся, забирайся. Уп. О, привет. Так, в тебе есть жир? А ну-ка. Оп, видите, намного быстрее все происходит. Да, в нем есть один жир. Хорошо. Конечно же, можно было бы сейчас потратить время немножко на фарм, но я думаю, что я, например, вот деньги и всякое такое я буду фармить вне записи, потому что, ну, на это просто неинтересно смотреть, как я стою и тыкаю курсором в землю. Так что это я буду делать вне записи, сейчас, пока я делаю задание и всякое такое, вроде бы движуха есть. А когда мне придется охотиться за сотней животных, это... Не очень интересно, или очень неинтересно. Так что я думаю, мы обойдемся без этого. Ну что? Так, давайте. Хорошо. Все. Все, больше дополнительных заданий у нее нету. Теперь мы должны пойти найти ей доктора. Хорошо. Давайте, пускай она здесь остается. И мы пойдем искать доктора. И он у нас по карте. Вот здесь вот, то есть нам нужно просто вперед бежать. Ничего сложного, то есть нужно будет найти доктора, отвезти доктора, доктор возьмет ее с собой, и мы, скорее всего, на том и закончим. Но пока что давайте пробежимся. Так, давайте посмотрим, чему нас обучили. И видите, пока бежишь, можно поковыряться. Как раз интересно, здесь как в ММО есть? Ну, нет.
Жаль. Из ММО очень хорошая функция есть автоматического бега. Так, что мы можем делать? Так, это, по-моему, еще не все. Давайте посмотрим. Нам, по идее, должно что-то... Да, нам дали сосиски. Нам дарит цепь на меч, на щит и на костер. Также у нас есть кровать, но это для того, чтобы поспать ночью. Ресурсы. С мясом, ну, я почти что не потратился. Сейчас все очень дешевое, так что это... Все, что я закупаюсь, это практически ничего у меня не забирает. При том, что я охочусь и получаю еще мясо. Так, как раз помните насчет того растения? Насчет вот этой штуки? Вот стоит собирать. По-моему, они растут только здесь. И потом, когда нам нужно будет сдать это растение, мы будем там за 3-9 земель. И, конечно же, сюда можно быстро отправиться. Но обычно это... Так, хорошо, мы добрались до второго лагеря, в котором у нас будет куча заданий, в котором у нас продолжится сюжет. И где наш доктор? В котором мы, конечно, как раз можем закупиться очень классными вещами. Особенно, когда найдем нужного человека. Так, доктор. А, вон он. Вот ты, доктор. Хорошо. И тебя очень приятно видеть. Давай, так, давайте посмотрим у него в магазине. И вот у него есть уже сейчас одежда. Давайте, да? Раз, два, три. Как раз я проверял, нужно, то есть, закупать мужчинам мужскую одежду, женщинам женскую одежду. Немножко жалко, было бы очень интересно на мужчинах посмотреть женскую одежду, но... Так, давайте закупимся еще деревянным луком. Хорошо. И что у нас здесь есть? У нас здесь есть каменный топор, каменная кирка, каменный меч, каменный щит. Хорошо, мы отлично закупились. Я еще закуплюсь так. Что у меня, сколько у меня мяса? У меня мясо 300 штук. Давайте я закуплюсь. Давайте куплю себе штук 20 бандажей. Хорошо. Потому что они пригодятся, они всегда могут пригодиться. Нет. Так, давайте закроем его окошко. Давайте сейчас оденемся. Хорошо, давайте сейчас себе сюда сбросим все каменное. Ага, отлично, кирку, топор. Все, отлично. И лук сюда, давайте на семерку я его ставлю обычно. Так, давайте пойдем поговорим с ним, чтобы он шел за нами. Так, let's go. Пошли со мной. Так, давайте сменим наш... О, уже приличнее, уже более каменное, уже более серьезное. Если мы ударим, это потяжелее будет. Растенница. Хорошо. Собираем. Там еще одно есть, но я его абсолютно проигнорирую. Так, и что у нас теперь есть в инвентаре? Так, это все, конечно же, можно продать и стоит продать, потому что оно уже забивает просто инвентарь. Что это? А, это у нас семечко как раз для этого растения. Это тоже приятно. И как раз я еще не занимался, то есть я фермой не занимался. Я посмотрел на то, насколько забагована эта версия игрушки. Чтобы можно делать прохождение, нельзя делать прохождение. Но я пока что еще не добрался до того момента, когда можно свой лагерь открыть. А то есть, видите, здесь есть чекпоинты такие на карте. По идее, можно создать свой чекпоинт, заселить его людьми, поставить там ферму, поставить там все. И это будет очень классно. И построить машины, на которых можно ездить. И, ну, просто... огромную кучу всяких вещей. И когда с вами бежит NPC, а то есть вот этот товарищ компьютерный, я всегда вам советую оборачивайтесь. Оборачивайтесь, потому что это они вроде бы приличные, но знаете, чего им не хватает? Им не хватает такого кода, в котором, если они отдаляются от меня слишком далеко, они просто ко мне телепортируются. Такое есть в других играх. Здесь они явно решили это более реалистично сделать. У них иногда проблемы спуститься с некоторых мест, то есть они не очень любят спрыгивать, и они очень любят цепляться за деревья. Просто краем себя. Так что это бывает такое, так что следите просто за ними. Может быть, иногда, когда далеко бежать, стоит сохраняться между миссией, потому что можно, например, пробежать, и потом забыть, и потом еще раз пробежать, и потом потерять его. Так что это все может случиться, просто будьте осторожными. И вот не поверите мне, но вот эту миссию так хорошо улучшили. Раньше он плелся, он...
как-то черепаха плелся. Теперь они все бегут, видите, он ее даже схватил, побежали они. Раньше они плелись, и здесь была огромная куча еще животных, и это, конечно же, было не очень опасно, но очень-очень долго. И пока они идут, давайте пойдем себе срубим еще немножко мяса. Ня, ня, ах, куда, куда? А у меня нету стрел для лука, я как раз, у меня сразу же они начинают бегать, а, лук, 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 а, нет. Стрелы нужно сделать, и как раз у меня есть возможность сделать стрелы. Я по-моему, себе не купил, так, arrows, нет, нету стрел. Нужно будет как раз, это я забыл, нужно будет сделать. Так, хорошо, и вот мы сейчас добегаем. По-по-по-по-по-по-по. Нет, еще раз. Добегаем. Вон он, корабль как раз уже, вон, хвостовая часть видна, хорошо. И что, я тогда на этом закончу этот эпизод. Пожалуйста, скажите мне, что вам хочется увидеть в этом прохождении. Я попытаюсь все показать, то есть дополнительное здание и все-все-все, везде побегать и все посмотреть. Но вы мне говорите, что вам хочется, что вам нравится, что не нравится. По качеству, по звуку мне подсказываете, потому что, конечно же, если вам что-то не нравится, то мне легко улучшить, вам будет приятнее смотреть. И так, давайте тогда поговорим с ним. Так, привет. Так, хорошо. Вот, то есть у нас сейчас есть задание на то, чтобы... Так, хорошо. По-моему, сделать себе бандажи. И он, в общем, доктор, он нас этому обучает. И у нас есть задание сейчас уйти и найти новых людей. Да-да-да, Чензен и Дэвид Слей. И все. И я тогда на этом закончу. Скажу вам большое-большое спасибо за внимание. И мы увидимся в следующем видео.